Друзья, приветствую вас на своем канале. Собирался, попил утренний кофе, собирался ехать в марину. Сегодня яхта возвращается с чартера. И вот, что у нас происходит на балконе. Это дождь идет. Такого дождя в Греции я не видел вообще никогда. Все потемнело. Стало как ночью. Так, сейчас глянем с другого балкончика. Вот ко мне пришел мой друг Саша. Вы его видели в ролике на монастыре, когда мы были. И его сыночек, будущий миллионер. У него сегодня день рождения, мы тебя поздравляем. Спасибо большое. Спасибо, правильно? И сейчас мы бегим, посмотрим с другой стороны, что творится. Вот, я вышел на другой балкон, послушайте. Гремит, трещит. Значит, мы заниматься сегодня будем яхтами чуть попозже, когда закончится дождь. А сейчас будем заниматься документами к регате, которая будет начинаться через недельку. Опять мы на позиции предыдущей. Вот. Так вот, в Греции не только солнце, в Греции бывают и дожди. Сегодня у нас 21 сентября. Температура воздуха 28 градусов. Стало чуть прохладней. Идет дождь, сверкают молнии. Вот опять же маленькая экскурсия по дождевым Афинам, которую можно назвать «Дождь в Греции». Я приглашаю вас на наш канал, приглашаю в Грецию. До будущих встреч!